Друзья, всем привет из Кабардинки. Как я неоднократно рассказывал, это один из самых наших любимых курортов в Краснодарском крае. Приехали очередной раз, прогуляемся. Небольшая короткая зарисовочка, потому что в дальнейшем будет полноценное видео. Начинаем с центральной части набережной этого курорта. Встретили подписчиков, решили взять небольшое интервью. В целом, здравствуйте. Как вас зовут, представьтесь? Юрий. Откуда? Мы из города Курска, Курская область, поселок Косторная. Давно в Кабардинке? Мы вторые сутки, а ездим сюда каждый год. А другие курорты посещали вообще в жизни? Нет, нигде не были, только сюда ездим. То есть вот нравится только Кабардинка? Да. Всем рекомендуете? Конечно, от души. Все понял. Спасибо большое. Значит, точно мы не одни, хотя больше предпочитаем путешествовать и посещать все курорты. Давайте прогуляемся по самому популярному пляжу этого курорта. Конечно, центральный пляж, куда мы сейчас и подходим. Не путайте самый популярный и самый лучший пляж. По-моему, конечно, есть Кабардинки пляжи получше. Но вот по поводу популярности, это самый посещаемый пляж. Ну, по-моему, комментарии излишни. Сейчас поднимемся на пирс, посмотрим с высоты. Вид слева. Как лягушатник какой-то. И вид справа. Картина маслом. По-моему, точно комментировать здесь ничего не надо. Сейчас спустимся вниз, замерим, покажем вам температуру воды. Ну и заодно воздух замерим. Но для начала вашему вниманию морские прогулки. Расписание, время 1,5 часа и расценки. 900 рублей взрослый и 500 рублей детский. А для начала воздух 29 градусов ровно. Округлим немного. Закидываем, замеряем воду. Ну здесь на берегу показывает 26 градусов. Действительно, вода чувствуется, что прогрелась. Когда она была 20 градусов, то и заходить купаться не хотелось. Ну, все-таки, наверное, какая-то погрешность есть. Утка наша сломалась, поэтому уткой сегодня не получится замерить. Большая территория этого пляжа уставлена платными шезлонгами, лежаками под навесом, без навеса. Но если насчет навесов, то есть альтернатива. Можно под этим пирсом спрятаться, чем многие и воспользовались. По поводу прозрачности и чистоты воды, думаю, можно все увидеть наглядно. Редко замечал, что в Кабардинке чистая прозрачная вода. В основном, в 90% случаев, наверное, когда приедете, вот так и будет. Пытаюсь выбраться. Так, такой лабиринтик, оп, преодолел. Это уже точно не первая пляжная территория. Не первая пляжная линия, наверное, 10-я, может и больше. Кстати, термометр на входе в пляж, щит показывает 22 градуса, вода, воздух 33. Ну, я думаю, теплее, чем 22 все-таки, прям уж очень тепло. Информация для людей с ограниченными возможностями. Часто пишут мне в комментариях такие люди по поводу пляжей, оборудованных для них. Здесь специальный помост, отметка, что для инвалидов. И то же самое в левую сторону уходит. То есть можно и колясочникам посетить этот пляж. Традиционные развлекухи. Это катамараны. Цена здесь 1000 рублей за час, конечно же. Конечно же, цена шезлонга, еще, по-моему, не озвучивал. 250 рублей за целый день. Так нам отдыхающие сказали. Пока отошел в левую сторону, вода такая же мутная. А вообще мы сегодня посетили еще пляж Викторию. Это на самом въезде в Кабардинку со стороны Новороссийска. В общем, везде вот такая вода, какую вы видите сейчас воочию. Ну и также предлагаю узнать еще мнение от других отдыхающих по поводу Кабардинки. Добрый день, как вас зовут? Здравствуйте, Александр зовут меня. Откуда приехали? Из Воронежа. Давно в Кабардинке? Ой, сегодня только приехали. Первый раз? Нет, в прошлом году были тоже, вот второй раз. А на других курортах были? Нет, еще не были в Краснодарском крае нигде. В Крыму?
Крыму был. Если сравнить, где лучше, кому, ну, как вот объективно, рекомендуете людям, куда поехать? Да, в принципе, и там хорошо, и здесь хорошо. Я не сказал бы, что там свои плюсы, здесь свои тоже плюсы есть. Я понял, спасибо. Подскажите, по ценам, вот люди говорят, что намного подорожало, нереально все дорого. Вот по своему карману дорого отдыхать или нет? Не намного подорожало, на самом деле. Да нормально, в принципе, не очень дорого. Я понял, спасибо большое, приятного отдыха. Ну, самое основное мы вам показали, рассказали. Еще раз повторюсь, будет полноценное видео про Кабардинку. Следите за нашими новинками. Обняли, приподняли. Увидимся. Пока-пока.